С самого утра в купеленке играла музыка. Жители района выходили на улицы целыми семьями. Для детей были организованы подвижные игры с героями любимых сказок. Улыбки в этот день не сходили с лиц людей, ведь именно их микрорайон был выбран центральной площадкой акции «Лес Победы». Сегодня на 76 площадках нашего района пройдет подобная акция. Но мы с вами даем старт сегодня, здесь и сейчас. Я всех поздравляю с таким замечательным праздником. И помните, что сегодня мы даем новую жизнь новым растениям, новым деревьям. А следовательно, жизнь продолжается. С праздником! На территории высадки были организованы места выдачи посадочного материала и инвентаря, чтобы все желающие смогли принять участие в акции. Максим Демидов под окнами своего дома вместе с главой района и депутатом областной думы Владимиром Жуком посадил яблоню. Мальчик точно знает, каким теперь станет его район. Красивее, лучше, экологичней, чтобы потом яблоки есть. В новом районе много активных жителей. Людмила Можайцева – одна из них. Занимается благоустройством дворов не только в дни акции и уверена, что подобные проекты сближают и объединяют людей. Мы планируем засадить 13-й дом. Да. Нам выделили деревья. Ребята уже ждут. Вот сейчас загружаем в погрузчик и везем для посадки деревьев. А сколько деревьев там планируется посадить? 12 рябин, 6 сиреней и 12 хемиолес. На каждое растение крепилась табличка с указанием, кто и когда его посадил. В целом в рамках акции в Ленинском районе было посажено более 3500 деревьев и кустарников. Акция «Лес Победы» с каждым годом набирает свои обороты. Если в 2013 году, когда она была проведена впервые, всего-то было участников 1500 человек по всему Подмосковью, то в прошлом году, спустя 4 года, их уже было 900 тысяч. А в этом году, я уверен, больше миллиона. Акция «Лес Победы» направлена не только на благоустройство районов. Это также патриотический проект в память о павших во время Великой Отечественной войны. И каждый, посадивший дерево, теперь несет за него ответственность. Должен ухаживать и защищать его. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.